День республики – это великий праздник, независимая страны, имеющая историческое и идеологическое значение. Это день национальный праздник, который в этом году отмечается в третий раз. Праздник – это день чествования национальных героев, внесших большой вклад в достижение независимости. Жители Тупкараганского района широко отметили знаменательный день. Праздничное мероприятие в Ахкетыке началось с особого торжества. Сначала на сцену вышло молодое поколение независимой страны, которые исполнили главную песню государства – гимн. Собравшиеся в зале также подпевали вслед за юными дарованиями. Далее на сцену вышел аким района Рахат Ильцизаров. Он отметил значимость национального праздника и поздравил собравшихся с праздником. Он перечислил достижения Тупкараганского района за годы независимости. Сегодня район с глубокой историей динамично развивается. Можно сказать, что социально-экономическому развитию Тупкараганского района дан импульс развития за эти годы независимости. Поэтому искренне поздравляю вас всех с Днем Республики. Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям и мира над головой. Мы верим, что молодое поколение будет неустанно работать над укреплением независимости страны. В праздничный день ряду жителей района были вручены награды президента страны, акима области и акима района. Звание почетных гражданин Тупкарганского района присвоено 6 жителям, которые долгие годы трудились и пользуются большим уважением среди жильцов района. Среди награжденных государственные служащие, учителя и врачи, представители правоохранительных органов. Почетная грамота Тупкарганского района вручена всем, кто внес вклад в социальное развитие и рост экономики района и области, развитие национального духа и культуры. Я работаю в Тупкарганском районе 20 лет, и мой труд за все эти годы был оценен по достоинству. К празднику мы получаем награды. Спасибо большое. Поздравляю всех казахстанцев, жителей нашего района с Днем Республики. Желаю всем здоровья. Мы работаем над профилактикой эпидемиологических заболеваний этого района. Сегодня, 25 октября, поздравляю нашу страну с Днем Республики. Пусть страна растет и процветает. Торжественное мероприятие продолжилось концертом артистов района. Известные деятели культуры региона Аскар Кучеров и Успан Холсмах подарили собравшимся песни, поднимающие национальный дух. Жан Сабитқызы, Жан Спандияр, Дидар.